Первая декада января ожидается не столь морозной, как конец декабря. Ночные температуры будут находиться в пределах 20-25, местами 13-18, а дневные температуры 15-20, местами 12-17 градусов мороза. Первая декада января, а это как раз каникулы, будет снежной, потому и потеплеет. А дальше в Хакасию снова придут морозы. В середине месяца, а это как раз крещенские холода, ночью синоптики обещают по Хакасии минус 33, днем 23 мороза. Конец месяца будет особенно морозным. В третьей декаде до минус 38 градусов ночью и 28 днем.